Чемпионат Дагестана, Северо-Кавказский федеральный округ, ЮФО, чемпионат мира и, конечно, победы на европейских турнирах. Практически все эти основные этапы прошли братья Исаевы, которые тренируются в одном из лучших клубов международного уровня – Fighting Eagle. Один у нас чистый грэпплер, и можно сказать, он в своем весе лучший грэпплер в России и в Европе первый номер. А его старший брат Магомед – это мастер спорта по боевому самбо, неоднократный чемпион турниров, чемпионата Дагестана, Северо-Кавказского федерального округа. Также выступает по грэпплингу, смешанных единоборствах. Это бойцы, которые только развиваться начали, молодые, перспективные, с которыми очень приятно общаться, работать, и от которых можно много чему научиться. Не так давно воспитанники бойцовского клуба «Боевой орел» принимали участие на чемпионате России по грэпплингу по версии ADCC. Абдулла Исаев завоевал золотую медаль. Данный турнир дал возможность пройти отбор на чемпионат Европы, который пройдет в Бразилии. Финалисты следом автоматически попадают в список участников на чемпионат мира. Профессиональный грэпплинг, там будут первые номера, бразильцы, ну, самый престижный грэпплинг считается. И в ноябре я участвовал в Фила Грэпплинг в Москве, в этом году проходил в Москве, там тоже я выиграл, сделал 3 схватки, первый был француз, второй итальянец, и в финале был наш россиянин. Турнир проходил в Москве. Финалисты чемпионата России выступили на чемпионате мира. Данную серию побед продолжил родной брат Абдуллы Мухаммад Исаев, который является мастером спорта по вольной борьбе и победителем многих международных и всероссийских турниров. Последний турнир был чемпионат СКФО по боевому самбо в официальной версии. Первое место занял. Сейчас это был отбор на Россию. Сейчас Россия будет 23 февраля. И этот Красноярский будет проходить 23 февраля. Я готовлю сейчас. Все ребята тоже помогают, все работаем. Надеюсь, там тоже выиграют. Мухаммад неоднократно принимал участие на турнирах по грэпплингу СКФО «Россия» и успешно. Вольная борьба, мастер спорта страны и неоднократный чемпион Дагестана по кикбоксингу. Сегодня основная цель Мухаммада и Абдуллы – это подготовка на открытый чемпионат мира по джиу-джитсу, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах в апреле. Арслан Дациев, Алмаскан Амаев, информационная программа «Пульс».